Колхоз «Путь к коммунизму» расположен в самой засушливой зоне Ставрополья. Тем не менее, о его успехах знает вся страна. Говорит председатель колхоза Николай Дмитриевич Терещенко. У хорошего хозяина земля всегда давала полную отдачу. И надо прямо сказать, в нашем колхозе, вопросу внимания к земле уделяется давно. И особенно, когда началась перестройка в стране. Это видно и на повышении урожайности, это видно и на продуктивности животноводства, во всех делах нашей работы. Наш колхозник стал подлинным хозяевом земли. Наш колхозник внимательно следит за результатами своего труда, потому что конечный результат – итог его деятельности, а конечный результат – итог его заработка. Возрасчет – это не только высокий уровень производства, это и высокий уровень жизни. Колхоз «Путь к коммунизму» – наглядное тому доказательство. Thank you.